Салют всем, друзья, с вами Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Сегодня мы с вами слушаем новый EP от Ливана Горози, который получил название Альфа. Короче, Ливан нас подогревает какими-то новиночками, до этого был Шторм, сейчас вот Альфа. Какой будет альбом, до сих пор неизвестно, вспоминая синглы. Вот, но не терпится до сих пор его услышать. А у Ливана опять какие-то терки. Я вот сегодня читал новости, то что там что-то песню заблокировали, хотя они не просили. Количество прослушиваний пропало. Ну, короче, непонятно, что происходит. Надеюсь, все наладится у него. Вообще переживаю вот в последнее время, вот после того, как он ушел с Black Star. Вообще какая-то дичь происходит. Надеюсь, все решится, и у него все будет очень хорошо. Вот, ну а мы давайте заценим уже этот EP, первый трек «Альфа». Слушаю в Apple Music, если что. Потому что что-то в ВК. So clean. Лысый и усы, эй, мало не сы. Выглядишь как девка, где две полосы. На что способен ты без полосы? Крашеные ногти, конкурс красоты. Диванный критик пропердел трусы. Слышь, хэдшот, отряд самоубийц. Сильный, 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 настоящий. Неплохо. У меня даже примерно мысли есть, кому там строчки некоторые были адресованы. Особенно про ногти крашеные. Супер. Дерзко. Сильно. Мощно. Так. Совместка с Панда. Давно его не было слышно вообще. Я в трене, как и худи. Я в трене, как и худи. Я в трене, как и худи. Пацан, это стиль улиц. Там резину на байках, ты в моем мире не знайка. Тут злые рожи, и ты не кожа, и за испуг тебе сайка. Чисто тестостерон, да будь хоть десяти ром скупились. Кристиан Диор, тебе не взять бастион. Припев забавный, конечно, но тоже такой дерзкий рыбачок. Не купишь пачками денег, не стоит грозить Микрелом. Моя фута, никто не жалеет. Среди вас OG, нет. Я в трене, как и худи. Я в трене, как и худи. Забавно, забавно его слушать. Твои яйца маловаты, чтобы выйти раз на раз. Раз на раз. Раз на раз. Тоже неплохой трючок. Хороший флоу. Окей, окей. Так, карантин фристайл, part 1. Возможно, нас ждет вторая часть. Крутой бит. Вот эту флейту, вообще обожаю такие биты. Называет это фристайл, московский белый джедай. Твои псы лишь только лайв, ты подделка из Китая. Здесь усатый от подделка из Китая. Солнце вот-вот сядет. Лучший альбом года поджег, не глядя. Good, good. Хочется услышать уже вторую часть. Отлично, пока вообще все нравится. Бандиты. Бандиты.
Думал, пожестче будет биток. Такая более танцевальная тема, легкая. Я думал, что-то посерьезнее будет, такой пацанский какой-то движ, а здесь такой на лайте трючок. Никто не думает уйти, все мысли только о любви. Мы нагуляли аппетит, ловим ритм, ловим ритм. Ну, по треку, в принципе, все вроде сказал. Идем дальше. Пляж. Совместка с Эрик Халматов. Пока вообще не знаю, кто это, но думаю, мы о нем еще узнаем. Тоже танцевальная тема. Ну-ка, ну-ка. В закат. Делай весь бизнес на стопе, и мир пусть от зависти лопнет. В этом твоем танце столько свобод. Все твои па так беззаботны. Мне нравится бит. Ноты природы. Сходишь с ума, цветок волоса. Ты босиком ко мне. Не особо заходят такие песни, ну, тексты. Но на фоне тоже спокойно будет слушаться. Вообще весь EP, это прям очень такой зарубежный стиль. Мне кажется, там вообще оценили бы стопудово это. Очень крутая работа. Волны, волны, волнуется море и моя молния. Танцуешь ты, моя мелодия. Ты моя Камчатка и Калифорния. И ты, и нам есть куда сбежать. Здесь ветер и пляж. Так, что конкретно эта песня, она выделяется. Такое чувство, как будто она вообще здесь не должна быть, потому что предыдущие 4 трека, они как-то такие, в общем, пацанские, пацанский движ, дерзкий и так далее. Особенно Альфа, Альфа вообще топчик, конечно. А Пляж, она какая-то такая добрая, светлая, танцевальная. Вот, но EP неплохо, очень даже круто, я себе добавлю и буду гонять в плеере, скорее всего, только 4 песни, Альфа, Худи, Карантин Фристайл и Бандиты. Вот, пишите вы в комментариях, как вам данный релиз, какая песня вам понравилась больше всего. Мне кажется, всем зашла Альфа, Альфа вообще топчик, и по-любому надо клип на Альфу. Вот, на этом все. Пишите комментарии, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.